До финала конкурса дошли 7 педагогов. Заключительное испытание для них – круглый стол образовательных политиков. Это своего рода самопрезентация, в котором педагоги рассказывают о своем месте в профессии и выделяют основные проблемы в области образования в стране в целом и в регионе в частности. А также рассказывают собственные методы обучения. Музыка в данном случае создает для особенного ребенка ситуацию успеха и служит для ребенка источником человеческого общения. Через простые инструменты ребенок прикасается к инструментам и чувствует себя музыкантом, хотя это инструменты простые, и любой ребенок может, да, на них играть. К этому дню участники конкурса шли с февраля этого года. За это время они представляли жюри открытые уроки и классные часы. По итогам всех пройденных испытаний определится победитель, он же отправится на региональный этап конкурса.